кстати, приятно посмотреть. Вот недавно писал обращение по газовой трубе. Уже отреагировали. То есть уже восстанавливают опору для газовой трубы. Кстати, даже месяца не прошло, что прям поразительно. Потому что мне один из местных депутатов пожаловался, что, оказывается, эта труба висела на протяжении 2 лет. Они тоже писали во всевозможные инстанции, и никто не реагировал. Как так, я не знаю. Так, ну и вот опору газовой трубы поставили на бетонное основание. Спасибо вам.